Всем привет, воины света и тьмы! С вами, как всегда, ArtRadio, и сегодня я хотел бы вам рассказать о старте двух новых ивентов 14 марта, как всегда в 11 утра по МСК. Давайте начнем с первого ивента. Называется он Little Ladies Day и посвящен Международному дню всех женщин. В Японии этот праздник называется немного иначе – Хинаматсури, что дословно переводится как «праздник кукол». В Японии он считается самым важным на протяжении целого года. Это так, немного полезной информации, вдруг кто не знал, как и я. Сам же ивент предлагает вам приодеться так, чтобы ошеломить всех окружающих своим видом и красотой. Ну и как видно по иллюстрации официальной, в квесте нам будет помогать Роза в маске, которая уж точно хорошо разбирается в моде. Чтобы начать ивентовый квест Fashion Face Off, то вам нужно будет полететь в Ульду по этим вот координатам и найти здесь Марабель. Квест 15 уровня, поэтому убедитесь, что вы преуспели в сюжете и уровне своего персонажа, дабы вы могли его пройти. В качестве награды мы получим всего один предмет, что слегка меня расстроило. Я без понятия, что было в прошлом году и позапрошлом, но в этом мы получим вот такую вот шапку Little Lady's Crown. Для коллекции гламурчика в принципе пойдет. Ниже говорится о том, что некоторые вещи с прошлых ивентов, скорее всего хлопушки и всякая мелочь, будут доступны у специального NPC-вендора для покупки, который будет расположен недалеко от квестового начального персонажа. Но не забывайте о том, что квест лучше выполнять заранее, дабы получить награду, так как после окончания ивента, если квест вы, например, не сдадите, то и награду уже получить не сможете. Сам ивент Little Ladies Day, повторюсь, пройдет с 14 марта до 31 марта соответственно. Ссылочку на подробное изучение самого ивента оставлю в описании. Ну и давайте перейдем сразу ко второму ивенту, и это наш любимый фарм-ивент Moogle Treasure Trove, где мы с вами будем фармить мугловскую валюту, которая называется на этот раз скриптюрами. Как и всегда, нужно будет ходить через Duty Finder в различные данжи, триалы, PvP и рейды. Из списка этого вот можно видеть, в каком количестве с определенной активности будут сыпаться скриптюры. Классика, спроэториума и каструма пока что, по крайней мере, будут давать больше всего валюты. 10 и 7 скриптюров соответственно. Остальные уже будут давать чутка поменьше. В патче 6.1 проэториум и каструм порежут на разные активности или же фазы, и я думаю, в будущем награды тоже скорректируют. Но в общем буду давать почти те же 10 или 7 скриптюров соответственно. Ну и всю эту ивентовую валюту можно тратить на разные ништяки у этого вот ивентового мугла. Координаты, где его можно найти, указаны вот здесь для каждого города. Самые главные предметы для покупки – такая вот серьга с песиком Мемишиба, новый кому из экстрим триала Штормблада, это маунт, и ушки Контроль Хаоса. Ну и ниже представлен весь список других наград, которые вы сможете обменять при помощи ивентовой валюты. Тут птички, лошадки, другие маунты, предметы для обстановки дома, броня, карты сокровищ, миньоны, карты трипл триад и оркестровые роллы. В общем, каждый найдет себе то, что хотел бы заполучить с этого списка. Также имейте в виду, что некоторые предметы можно получить, если вы прошли соответствующие квесты, которые указаны в этом же списке. Ивент начнется также 14 марта в 11 утра по МСК и продлится вплоть до выхода патча 6.1, это примерно до середины апреля. Времени будет предостаточно для фарма. Ссылку на страницу с ивентом я оставлю в описании, как и всегда. Ну и такие, собственно говоря, два ивента ожидают нас через 4 дня, ребятки. Moogle Treasure я точно буду фармить, более чем уверен в этом. Предметы вкусные и намного лучше, чем короны с ивента «День маленьких леди». Ну и как всегда, не забывайте, друзья, поставить лайкосик, если вам ролик понравился. Также напишите в комментариях, что вы думаете об этих ивентах и что в планах вы фармить себе и заполучить из этого списка. Я обязательно на стримчике 14 марта пойду заниматься фармом, так что если будут желающие для фулл пачки в Praetorium или Castrum, добро пожаловать. Дискордик в описании, заглядывайте, не стесняйтесь. Плюс я там публикую всю актуальную информацию, связанную с финалкой и жизнью моего канала в целом. Be smile and happy, my friends. Увидимся с вами на просторах Эрзии.